Всем привет, доброе утро, это я, со мной моя зеленая шляпка, а значит мы чё, как обычно, ничего, на рыбалке. Это, скажем так, можно назвать второй серией рыбалки на волноломе. Мы, я и Евгений, приехали опять на волнолом, уже немножко с другой оснасткой, то есть прикупили какие-то другие крючки, какие-то снасти более подходящие. И попробуем еще раз половить здесь. Сейчас раннее утро, 5 утра. Ого, локус тут гоняет. Мелочь. Я в прошлом видео сказал, что порта больше нет. Что я имел в виду? Порт есть, он остался. Обратите внимание, просто вот туда. Здесь поставили забор. То есть прохода в порт больше нет. Поэтому все рыбаки ходят сюда на волнолом. В принципе, забор там можно по камням немножечко облезть и пройти дальше, но тут всегда возле забора, уже второй раз мы приезжаем, второй раз стоит охрана, поэтому особо не побалуешься. Дальше. Я никогда в своих видео не клянчил лайки. Клянчил. Но недавно у меня состоялся разговор с одним товарищем, и он мне сказал, ты знаешь, говорит, а я не знал, что поставить лайк, то есть это как бы важно. Ну, я посмотрел, мне понравилось, все классно, я и дальше ищу тебя, смотрю. Нет, ребят, ставить лайк или дизлайк, это очень важно. То есть, вам это ничего не стоит, это буквально секунда. А для канала, для видео, это очень помогает продвигаться вперед, в рекомендованные, в топы. Поэтому, если вам, естественно, если понравилось, поставьте палец вверх, не понравилось, поставьте палец вниз. Но не оставляйте видео без реакции. Огромное вам спасибо за это. Алгоритмы YouTube так работают. Если видео не набирает реакции, то есть если никто не реагирует, ну посмотрели и посмотрели, да, это хорошо, но все-таки надо, чтобы видео еще набирало какие-то реакции. Неважно, положительные или отрицательные. Так что давайте. Секунда, 5 секунд вашей жизни, а мне поможет продвинуть видео. Его увидят как можно больше людей. Еще одно, что я хотел бы сказать. Мне там под прошлым видео написал один комментатор. Не смотрят, потому что смотреть нечего. Ну, возможно. Возможно, нечего смотреть. Возможно. Поэтому я и спросил. Обратная связь, ребят, скажите, что? Что я делаю не так? Возможно, что-то надо изменить. Как-то снимать по-другому, не знаю. 15 камер, команду операторов привести. Не знаю. Поэтому я и спрашиваю, скажите мне, что, почему? Почему неинтересно? Ну, я так ради интереса зашел к этому человеку на канал. Да, ему неинтересно смотреть. У него на канале одно видео, и то про обосранный толчок в электричке. То есть человек продвинулся, он реально знает, как снимать. Поэтому я считаю, что он справедливо мне сказал, что у меня нечего смотреть. Конечно, рыбалка по сравнению с обосранным толчком в электричке. Ну и он оставил комментарий. И за это ему тоже спасибо. Все, погнали рыбачить. Так, ребята, есть. Опа, нету. Блин! Еще не понял, где поплавок? Твою мать, ты посмотри, я не пойму, что это такое. Клюет-то оно нормально, он что-то снимает. Очень хорошо. Опа! Так, это первый. Ну, что с ним с таким делать? Ну, такого отпустить надо, да? А? Ты посмотри, началось у него. Что это творится такое?
Тут перезаряжение удочки больше времени занимает. Так, началось, блин, здесь у нас. Что это такое? Бля, я не знаю, тут насчет теста, но меня уже это немножко задолбало перезаряжать эту всю херню, блин. Прикинь, ну как так-то? Опять. О, этот хоть не слетел. Сука, слетел. Как так-то? Тут что-то он такое огромное плавает. Да, блин, тут перезаряжать эту фигню времени занимает больше, чем оно клюет. Твою ты мать. Не понял. Ну правильно, все, я доебывался. У меня поплавок там остался. Прикинь, вот он. Твою мать, это как так-то? Ай, не, леска, вот она. Оборвала. А кто же там уцепился? Прикинь, мне леску обрезала кто-то. О, есть. Только не падай. Пусти! Твою мать, ты прикинь, ну. Но у меня, я его таскиваю, но у меня падает, блядь. Что за чушь? По-моему, это видео будет называться «Лошара, вторая серия». Так, ну давай, цепляйся хорошо, чтоб не оторвалось. Вот это уже интересно. Так, ребят, это первый, которого я вытащил. Так, еще один. Вот так. Уже хорошо, уже интересно. Я прям с двух рук в одной руке щип. Опа, ты смотри какой. Нельзя. В одной руке щипцы, в другой стороны, в другой Леберман, да прям вообще. Продолжаем продолжать. Ох, какая рыба интересная плавает. Не знаю, видно вам или нет, вот она. Непонятно, что за рыба такая. Какой-то как сомик полосатый, прям у поверхности воды. Сейчас наблюдаю за этой рыбой, просру сейчас себе поклевку. Где-то она ушла. Есть. Хоть что-то есть. Начало. То я думал, все уже.
Кончился клев. И кончился. Небольшой, но приятный. Так, интерес возвращается. Продолжаем. Вот так я делаю, кому интересно. Насаживаю на тройничок, придаю ему форму треугольной пирамидки. Он так держится лучше. Мне так кажется. Ну и все. Продолжаем. Так, ну уже интереснее, потому что клевать начало. То есть сейчас уже клюет на каждом забросе. И что-то опять потухло. Есть. Есть, 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 есть. Есть, есть, есть. Есть. Небольшой, но есть. Хорош, дергайте. Даже тесто осталось, надо же. Так, продолжаем продолжать. Ловят люди, ловят. А, сорвался, ребят. Только что еще одного поймал. Блин, попутал, думал, камера включена, она не включена, поэтому не снял. Вон, плавают все. Вот этот живой, который большой, это вот последний карась. Ловим дальше. Ой, блин, чуть не упал. О, и Евгений орыбился еще раз, да? Обманули. Дуплетом прям. Прям дуплетом, ну да. Так, ребята, еще один. Еще один, еще один. Но, несмотря на то, что некоторые личности утверждают, что червяка снять нельзя, почти сняли. Не, мы снимали только так. Ну, ребята, еще один. Только поменял на тесто. Видите, только снял червяка и поставил тесто. Вот тебе, пожалуйста. Есть, ребята, еще один. Самолеты разлетались. О, еще один. Евгений? Сделай одолжение, кончик дерни, а то он залазит вовнутрь. Просто потяни.
Все, спасибо. А вообще, как тебе такое? Кончик дерни. Есть, есть. Ну что, это будет последний, наверное, на сегодня. Я не знаю, время, надо собираться. Удочку об эти камни поцарапал. Ну что, друзья, вот такая рыбалка получилась. Можно сказать, я уже не лошара. Еще не рыбак, но уже и не лошара. Ну, в принципе, если еще раз несколько сюда приехать, то вполне себе уже наберется опыт. И... То есть уже начинаешь понимать, как это делать все. Снасти плюс-минус подгоняешь. Начинаешь больше замечать, как она клюет. Она же клюет, зараза, так как... Пинь-пинь-пинь, какой-то пиписька маленькая. Фу, ну, все, жарко уже, поехали мы домой. Ловил я и на тесто, и на червя, и на сердце куриное. То есть сказать, что на что-то одно прям очень хорошо брало, не знаю. Наверное, все-таки на тесто очень хорошо брало и чаще. Периодически оно клевало, прям мы пришли, оно... Я не знаю, с 5 утра и, наверное, где-то так до 6:30 прям аж удочки вырывало из рук, не поверите. Правда, они падали часто, но увидели. Как-то они хреново цеплялись на крючок. А потом примерно к 7 как отрезало. И, наверное, час вообще ничего не было, если не больше. Потом потихоньку клев вернулся, но все же не то. Я-то приехал... С новыми удочками, с новыми крючками, весь такой заряженный. Думаю, сейчас вся рыба моя будет. Ну нет, не вся. Хотя чуть-чуть есть. Ну вот, это сегодняшний улов. Вы не думайте, эта камера уменьшает. На самом деле они огромные, размером с локоть. Ведро-то огромное. Ведро-то, да, ведро на 40 литров. Теперь представьте, какая-то там рыба. Ну все равно, хоть что-то есть. Уже интересно. Все, всем удачи, всем спасибо. Не забывайте ставить пальцы вверх, вниз, кому что нравится. Но не оставляйте видео без реакции. Ну, если уж совсем вам что-нибудь интересно стало или понравилось, ну, напишите комментарий небольшой. Из 4-5 слов каких-нибудь, ну, не знаю. Так алгоритмы Ютуба работают. Я-то это все, в принципе, для себя делаю. Но если вам интересно, то как-то создается такое чувство... что кому-то интересно и тебе тоже приятно. Да и алгоритмы Ютуба, да. Если видео набирает какие-то реакции, положительные, отрицательные, неважно, Ютуб его продвигает. И так больше людей могут его увидеть. Так что не оставляйте без внимания. Всем удачи, всем пока.